Шестеро полицейских осуждены в Туркестанской области. Год назад бывших сотрудников Сауранского РОВД обвинили в избиении, незаконном задержании двух человек. Под давлением они пытались выбить ложные признательные показания о совершении преступления, связанном с кражей скота. Пятеро экс-полицейских получили 4 года лишения свободы, еще один 3,5. Отбывать наказание осужденные будут в исправительных учреждениях среднего режима. С приговором, который не вступил в законную силу, не согласились РОВД. Родственники и сторона защиты, они намерены подать апелляционную жалобу. Признать виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктами 1.2 части 2 статьи 146 и 414 Уголовного кодекса Республики Казахстан с лишением свободы сроком на 4 года и лишением права работать в правоохранительных органах сроком до 3 лет.